Всем привет! Это канал «Посылки из Китая». Меня зовут Саша. Сегодня у нас на распаковке и обзоре планшет от фирмы Xiaomi. Или Xiaomi, кто как ее называет. В принципе, это не важно. Я думаю, меня все понимают. Все упаковано в хороший китайский воздух. Доезжает, как правило, все надежно. В комплекте, как всегда, китайцы кладут переходник на европейскую зарядку. И нас встречает красивая коробочка. Достаточно плотная. Сразу чувствуется, что что-то внутри находится тяжелое, даже если вы не будете открывать ее с закрытыми глазами. Ну вот, прошло в районе месяца после того, как я приобрел себе этот планшет. И хочу поделиться впечатлениями с вами. Модель планшета Mi Pad 2. Процессор 4 ядра по 2.25 каждая, версия Android 5.1, 2 гига оперативки и 64 встроенной памяти. Сразу хотелось бы начать с минусов. Первый минус – отсутствие слотов под дополнительную память. То есть 64 – это конечная память, которая может быть на этом планшете. Но не забывайте, что этот минус можно решить проблему подключением обычной флешки через переходнички. Второй минус. Кроме Wi-Fi, другой интернет вы споймать не сможете. То есть, он у нас не поддерживает ни 3G, ни 4G. Функцию телефона он выполнять не сможет. Про этот минус я знал, я покупал его как подарок сыну, как игрушку, поэтому для меня этот минус несущественный. Плюс дополнительно проблему можно решить раздачей Wi-Fi со своего телефона и, пожалуйста, серфите интернет. Теперь хотелось бы рассказать о плюсах. Первый плюс, который я для себя выявил, это звук. На максимальной выкрутке звук четкий, не слышно никакого хрипения, ничего. Меня он полностью устраивает. Вторым плюсом хотел бы отметить экран. На нем очень удобно смотреть фильмы, также читать книги. Разработчики предлагают дополнительную функцию для чтения книг. Если ее включать, экран начинает немного желтеть, как-то по-своему. Но, если честно, я не вижу в этом смысла и предпочитаю почитать в обычном белом формате. Глаза не устают, шрифт глаз не режет, все на достойном уровне. Третьим плюсом я считаю гнездо для зарядки Type-C. На сегодняшний день это очень мудрое, очень хорошее решение. Взяли штекер, и неважно какой стороной, вы его можете спокойно подключить, даже в пьяном угаре. Буквально несколько секунд на максимальном звуке. Ссылки из Китая. Сегодня у нас очередная распаковка. Угол обзора достаточно хороший для того, чтобы смотреть ролики, фильмы, смотреть какие-то картинки. Не обязательно держать планшет перпендикулярно перед собой. Никакие серьезные игрушки на планшет устанавливать я не пробовал, наподобие асфальта или World of Tanks. Но я думаю, в принципе, они должны пойти. Конечно, может быть не на максимальных настройках. После часа плотного использования планшета в незамысловатые детские игрушки, по корпусу планшет нагреваний никаких не выдал. Также недавно на распаковку мне попал вот этот чехол под наш планшет. Чехол становится идеально. Несколько щелчков, он у вас полностью защищен, остаются только открытыми порты под AUX, кнопочки и Type-C зарядка. Также видна камера и есть отверстие под микрофоны и динамики. Если у вас остались какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях. Ссылочку на планшет на проверенного продавца я оставлю внизу под видео. С помощью кэшбэк-сервиса EPN я сэкономил в районе 8% на покупке на этом гаджете. С вами был Саша. Пока!